Всем привет! Меня зовут Булат, и я единственный видеоблогер на YouTube породы московская сторожевая. Сегодня новое видео, поставь ему лайк, поделись видосом с друзьями. А чтобы не пропускать новые интересные видосы, обязательно подпишись на мой канал и, конечно, не забудь подписаться на мой Instagram. Друзья, хочу вам посоветовать один канал, на который я всегда с удовольствием захожу. Называется он «Галерея Муркина». Канал ведет мой друг, рыжий кот Муркин. Его видосики я бы назвал «Портрет зверя». Очень необычный формат, рассказывать не буду, просто посмотрите сами. Например, последний его ролик «Черная пантера». Бесстрашная большая кошка борется с крокодилом и анакондой, а в середине ролика потрясающие кадры игры пантер на закате. А в конце этот грозный зверь практически выходит из экрана, направляясь к вам с хищным оскалом. Аж мурашки по коже. Рекомендую этот добрый и необычный канал о животных. Ссылка в описании под этим видео. Так, может мне Дед Мороз уже что-то принес? Это что такое? Пылесос что ли? Надеюсь, это не мне. А то человекам понравилось, как я пылесосил. Может, решили теперь вообще на меня уборку дома свалить? Кто не видел, как я пылесосил, переходите по ссылке вверху. Да нет, думаю, Дед Мороз-то письмо мое получил. Я же там просил не пылесос, а косточку и игрушку. Посмотрю в окошко, не идет он там еще? Нет подарков там, а? Да нет ничего. А вдруг он совсем мне ничего не принесет? Ладно, буду ждать и надеяться. Так, ну вот это, наверное, котам, Булат. Это ж не тебе. Посмотри, может, тебе где-то что-то лежит. О, а вот это похоже мне. Косточка игрушечная. Так это он что, решил два в одном мне принести, что ли? Это мне так не нравится. Даже котам и то больше подарков. Ну и как из нее корм-то доставать? Не пойму. Не сыпется ничего совсем. Это что за фигня ж такая? Ладно, если там мясо еще было, тогда ладно. А это что же, из-за корма этого буду ее грызть, катать и подкидывать? Что я вам, цирковая собачка, что ли? Вот правда, в последнем клипе бандит спел, что Дед Мороз обормот. Ну можно такому псу-медведю такую игрушку принести? Все, я обиделся. Опа, вот это уже интересней. Чую, косточка, ура! Как же ее распаковать-то? Ну видишь, а ты переживал, медведь. Вот это класс, да? Вот это не то слово класс. Вот это деду респект и уважуха. Теперь Новый год удался. Пойду на диван полежу и как положено. Включу режим медведя. Все, пошли. We'll be right back.
карт, сэр. Идите сюда, тут, похоже, вам Дед Мороз принес подарок. Паштет гурме. Ой, тарелочка, как классная. Ой, подарочки Арту Суперкоту. Вот класс. Целых две банки и тарелочка красивая. Хочешь, да? Ты хочешь? Ой, как хочет кот. Так, а что это у вас тут? Дайте-ка и мне, я тоже хочу попробовать. Помню, свое творчество в виде рисунков, стихов, песен, плясок и любого другого, связанного с моим каналом, вы можете присылать в мою группу ВКонтакте через «Предложить новость». А сейчас ваши комменты. Всех люблю. Всем пока!